Студия ФАС представляет ограбление в райских колокольчиках. Дорогая, кажется, это будет лучший отдых жизни. Да, я согласна с тобой, дорогой. Главное, что наш ребеночек отдохнет. Да, конечно, это будут мои лучшие каникулы в жизни. Ограбление в райских колокольчиках. После обзора отеля. О, как же хорошо на природе. Так еще наш ребеночек отдохнет. Да уж, Андрей на Ира мне хватит. Миша, пока мы с твоей мамой пойдем в бар и купим тебе мороженое, ты можешь посидеть здесь на скамейке? Да, конечно, папуй. Я готов ради мороженого посидеть хоть один час. Удачи вам. Господи, дорогая, какой у нас прекрасный ребенок. Совершенно с тобой Саин Дарна. Пойду-ка, пожалуй, посижу на диване в отеле. Как тут красиво! Стоп! Что за шум? Нет, нам нужно это сделать. У нас сделать. Не получится заработать деньги. Стоп! Друзья мои! Если мы не украдем золотой свиток из Таиланда, то босс нас уволит. Ты имеешь райские колокольчики в виду? Ну да, ты прав. Я имею в виду улицу имени Таиланда на райских колокольчиках. Максим. Я сильно волнуюсь, босс. Тебе не надо напрягаться. Вообще-то я не знаю, что это значит. Кто тебя вообще нанял, дурак? Что за бред происходит в отеле? Надо с этим что-то делать. Миша поднялся на свой этаж. Надо делать что-то с этими грабителями. Я сразу понял, что они воры. Надо незаметно пробраться на улицу Таиланда. Ах да, я вспомнил. Там же мой любимый парк. Мама, папа, можно я сегодня схожу в парк? Конечно, Мишенька. Я как раз собирался сегодня туда поехать. Ура! Это мне и нужно. Это что за грабители у моего окна, я не понял. Я вызываю полицию. Я их видел, пап. Алло, это полиция. Срочно арестуйте грабителей на улице имени Таиланда в райских колокольчиках. Миша, а как ты узнал про них? Просто я услышал, как они говорили в отеле. Если что, их арестовали. Ну и хорошо. Дан-дан-дан!